Мы продолжаем наш полет. Мира, расскажи о своих переживаниях на сегодняшнем вечере. Ну, на сегодняшнем вечере я чувствовала сильное присутствие Духа Святого, в принципе, весь вечер. И как бы это было видно по людям. И я пережила особенное прикосновение Духа Святого, особенно прикосновение Бога. Задала Богу вопросы, и потом подошла к Мадриху, обняла ее, и она на все мои вопросы ответила. Она дала на все вопросы четкий ответ, и это точно был Бог, потому что я давно хотела услышать на эти вопросы ответ, я молилась, я ждала, и вот именно в тот вечер я получила эти вопросы. Много эмоций, много переживаний, которых раньше никогда не испытывала. Я, наверное, этот вечер, ну, очень сильно запомню. Ты получила дар иных языков? Да, есть такое. Слава Богу. Я зараз дуже дякую Богу, що він мені таким способом показав, що він существує. Тому що ну не до кінця було ясно його влияння на цей мір, от серйозно кажу. І дякувати Богу, що він так мені показав. Реально міг би на мене кирпич упасти, поцарапати, і я би вижив. Ну серйозно, як мінімально. Вірте в Бога. Наших физических сил не хватит, чтобы поднять нас туда. Еще на твоих сил хватит. Это особенно, это было и слезы, это была и радость, и ну, это было как будто ты вот прям рядом с Богом, ты чувствуешь его присутствие, чувствуешь, что он с тобой рядом.